Так, кто творил? Чуй. Это типично выглядит. Опа! Охуенная игра! Бля, была же такая игра, помнишь? С зомби. Была игра с зомби. Вот такая же, блядь, я не помню, как она называется. Да, я помню, про что ты говоришь. Блядь, у меня скорость 1.1. Блядь, я ебал нахуй Steam. Слушай, а это тяжело, кстати. Ну, тяжелее, чем кажется. Я поставлю регион еще в регионе. Финляндия. Давай. Так. Финляндия. Опа. Все, это все обучение? А, не. Не, музон, конечно, охуевший. Воу. Так. Ну слушай. О, Финляндии пошла скорость. Слушай, вообще прикольная игрушка. Есть. Ну, понятное дело, все, вот на стриме поугарать, побегать, это вообще охуенно. Сейчас. Ну, туториал я прошел. Очень простая. Я только сейчас скорость, блядь, разошлась. О, АФС уже купила эту хуйню. Ой, Максим, а ты не поставил себе женщину, а я поставлю себе женщину. А там можно поменять? Да. Блять. Блять, Макс, здесь тверкать можно. Блять, как... Ха-ха! Это какую возьмешь ты женщину? Так, я... Какую? Ля, блядь. Какую? Я... Какую? Я возьму... Я вот эту возьму. Какую? Вот эту. Максим! Ты меня уговорил. Не-не-не, я покупаю, блядь. Мне надо сначала закинуть деньги на Steam, правда, сейчас. Я пока не вижу ни одной причины покупать... Сколько ты говоришь стоит? 185 рублей. Нет, Дрейк, я... Нет. Ты пиздец. Пошлите играть. Пошли, ребята, да нет, давай. Не верну. Все, погнали. Ебать, они трясутся, Максим! Что трясутся? Ебать! Я не буду тратить на это 180. Погнали. Раунд 1. Погнали. Пошли. Гоу! Оу! Оу! Ух ты, блядь! Ой! Ой, мама! Ой-ой-ой-ой-ой! Меня переехало. Ой-ой, блядь! Так, это сложно. Это, кстати, реально сложно. А как здесь? Прыжок. О, всё. Прыжок. Ой. Ля, прикольно. Блин, бай реально тяжело, блядь. Ой-ой-ой. Держусь. Блядь, мне, сука, переебало. Ай-яй. Нам кто-то задрот зашел. Блядь. Нам какой-то задрот пиздец зашел, блядь. Мы его кикнем. Да блять, я просто случайно задел. Блять, я упал, блять. А там что, сейф точка есть? Нет. В том-то и дело, что нет, блять. Я сзади. Ой. Ой, не надо. Гудит, блять. Не надо. Блять, го. Ай-яй-яй, надо было просто прыгнуть. Прошел, есть, блять. Я ошибся в конце. Фух. Ой, я за камеру летаю. Блять, я могу наблюдать. Так в конце ошибся просто. Давай, проходи, у тебя есть еще время. Давай, я за тобой смотрю. Да блять! Давай, вот, это я летаю. Я понял, Дрейк, не мешай мне. Блять, Дрейк, не мешай. Блять, Дрейк. Драки! Давай! Максим, это полный пиздец. 59 секунд. А как там прыгать, я не понимаю. Там вот эту хуйню надо перепрыгнуть? Просто на зеленую запрыгнуть. И все. Бля!
Прыжок, прыжок, прыжок. Давай, давай. 37 секунд. Нормально, еще времени дохуя. Красава, вот, все, залетай. Все. Легко, легчайше, легчайше, легчайше. А FC не прошел, что ли, блядь? А FC не прошел. Блядь, его переебало. Давай. Зайди там в комнатку. Какую? Чтобы за камеру летать. А я уже. Блять, FC, это пиздец. Все, FC расстроился. FC выбыл, наверное. О. Не. Да, FC летает за спектатора, да. Видишь? Я, слушай, это прикольная тема. Да. Может, реально в нем собрать склад? Я вообще даже побольше людей. Ой. Это реально какое-то вот шоу Мистер Биста. Так, я нихера не понимаю, кстати, куда прыгать. Ой, ой, тут буш! Что за... А, я понял, короче, ебать, блядь. Так, так, так. Ай-яй-яй, так, лечу. А как? Нихуя! А как я должен был... Блядь! Ебать, это тяжело. Ай-яй! А, надо направо было. Так, кстати, и так бы не долетел, наверное. А, меня переебало, блядь. Ладно, я понял механику. Ой! Блядь! Ай-яй-яй! Блядь! Прыгаем. Блять, мне просто голову отъебнуло. Не надо выше было прыгнуть. Ебать! Блять! Меня пробил, тихо, не прожался. Тихо. Ой! Блять, да пиздец, Максим, я так тупо сдох сейчас, бля. Ай-яй-яй-яй! Блять, супер обидно. Это тяжело, да. Но это интересно. Базару нет. Ой. Так. Блять, я не долетел. Долетел? Пизда, разъебался. У нас чел прошел один. Так. Так, а куда дальше? Сюда? Ай-яй-яй! Вау! Что, ты прошел? Вроде нет. А ты прошел? Нет. Прошел. Пиздец, гений. Ты прошел? Я не слышу, да, сори. Очень вовремя. Не-не, я потею. Давай. Да, блядь, на самом деле мне просто. Там в конце легко. Так, а сюда нельзя, когда? Нельзя останавливаться, короче. Тебе надо спрыгнуть на платформу, вот, которая скажешь, под когда? Тобой. Сейчас! Да, делай! Делай! Направо! Хорош! Ой-ой, за 10-9 секунд! Ой-ой-ой-ой-ой! Нормально. Разобрался. Может, у вас скины какие-то просто супер задротские? Pay to win? Да не думаю, блядь. О, ебать, тут еще изумить можно. А, кстати, настрой осталось, слышь? Да. А куда гол? А, вот сюда гол. Ой, блядь. Эй, эй, я не ту кнопку нажал. Нихуя себе там прыжок, блядь. Ай-яй-яй-яй, мои кишки. Блядь, тут у нас реально задрот какой-то в лобби, пиздец. Блядь. Знает он наизусть знает карты, нахуй. Да-да-да, это ну просто задротик. Играет в эту игрушку, нравится ему. Опа. Так, Ctrl. Я с тобой. А как? А! Ой! Пизда, я помер. А как там выжить, блядь? А как? А, сюда по центру надо. Я понял.
блять. Я понял, да, тоже. Но я хуй пройду, мне кажется. А как? Бля, он финишировал, ебанутый, сука. А как? Бля, ебать. Бля, у меня камера как будто поменялась. Но походу мы это с тобой не пройдем уже. Ну да. Мы как новички. Ой. Долго боролись, неплохо боролись, но это походу не пройти. Я попытаюсь. Давай, брат. Тихо. Пиздец. Так, ладно, я, допустим, понял. Блять, я вот здесь пролетал. Ладно, в теории как-то. Это я возможно. Я не знаю, как я пролетал здесь. Я на самом последнем месте, чтобы ты понял, упал. Бля. Куда было тяжело. Да ёбаный, сука. О, идеально. Ай-яй-яй-яй. Тихо. Есть. Блядь. Есть. Блять, а как тут? Я там помер, там где надо прыгнуть, прям так ебано, блять. Да, мне тоже такое место. Я уже даже спидраню, блять. Вот оно. Блять. Это я тебя подмучил, мне интересно, или как? Я не знаю, да не, вряд ли. А как здесь прыгнуть? Я вот не понимаю, блять. Прыгнуть вот тут? А как? А, вот сюда? Блин, меня переебало лазером. А дальше как? А дальше как? Давай, проходи. Ну все, я уже все. Я не понимаю, как он хочет. Типа, через... С контрола? А, с контрола можно прыгать, слышь? Как это, блядь? С контрола можно прыгать, я не знал про это. Типа, да, тут меньше прыжок с контрола. Бля, реально. А-а-а. Слышь? Хорош. Нихуя. Ни хрена у вас. Ребята. Погнали! О, другая локация. Так, так, ебать. Так, так. Это как в этом. Ебать! Всех переебало. Ребята, я не пойду. Ой, я пошел. Надо тайминг уже дать. Чё-то я ошибся. Да, на самом конце. Блять! Так. Так. Блять, да пиздец! Надо, короче, когда он на тебя едет. Да. Вот так вот. Есть. Ой, ебать тут. Есть. Все. По той же самой схеме. Так, ждем, пока поедет, да. Хорошо. Блять. Ай, бля! Прошел. Я видел, как ты помер, блять. Эта херня просто появилась. Так, есть. Ой. А что дальше? Охуеть! Максим, там просто стена, которая в тебя въезжает, блядь. Ёбаный тайминг! Очень не надо. Пиздец, если здесь опасно. Блядь. Для тебя можно просто пробежать. Блядь. А почему он, я, блядь, а не он? Бля, он прошел. Блядь, там пиздец, там стена, которая прям въезжает в тебя. Нормально. Блять. Чуть не помер. Давай, открывайся. Все хорошо, прошли. Найс. Ой-ой. А как вот здесь? Так, вот АФС стоит. Ой. Ой. Че, сейчас на меня пойдет? Просто пройду. Опасно, 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 опасно. А, блять. Блять. Как здесь пройти? Я не понимаю! Пойдем, Эвса. Опа! Есть. А здесь как? А как долететь? Понял. Все, я прошел. Ты бы видел сейчас, как мне повезло, это пиздец. Нормально. Первый стейдж хотя бы прошли. Это сейчас был такой лаки! Вы видели чат?
Ну, не знаю, сейчас может клип сделать, но это было такое лаки. Я, короче, чтобы ты понял, я прошел лазер, даже не поняв, как он работает. Блять. А кто не прошел? Да вроде все. Нет, так вот вначале стоит. А, кто-то не прошел. Это женщина. Поп показывает. Лол чек, да, вот он не прошел. Но он там расстроился уже. Вертика карта называется, блядь. Погнали. Ой-ой. Нихуя. Это равновесие. Ой, блядь, я упал. Сука, всех женщин спилила. Быстрей, блядь. Нормально. Да блядь! Бля, меня просто невидимое что-то выебало. Ой, ё-моё! Бля, что меня толкает нахуй невидимое, это пиздец. Нормально. А ты, короче, так делай сразу. Опа! И вот так. Так, нормально. И как тут держать баланс, блядь? Почему у меня она сама скатывается, Максим? Ты можешь мне объяснить, как что это контрить? Что-то мы ошибку сделали. Как это контрить, блядь? Ай-ай! Я не знаю. А, ну там типа надо именно баланс держать. Я держу. Значит, плохо, блядь. Плохо держишь. Так, а тут что? Она выключается. Да, блядь. Будет? Не, это не пройду с балансом. Ай-яй, надо направо было упасть. Ай-яй-яй, я понял. Жаль, поздно. Блядь. Не, я вообще не understand, как это понял с балансом. Да, блядь. Вселенная, блядь. Ай, прошли уже. Блять, ну я заебался нахуй. Все, прошел. Моя подруга просто тупо не держится, блять. Сейчас эта херня исчезнет, я спрыгну в лес. Так, давай. Блять, ну за что? Какой я долбоёб! Это просто пиздец! Бля, она у меня сама падает. Я не знаю, я пытаюсь балансить, я нажимаю D, и ничего не происходит, блядь. Назад. Вот АФС как-то балансит. Как ты нахуй... Бля. Нет, это въёбанное. Да это въёбанное, блядь. Все, ненавижу биобаланс этот, блядь. Фух, я прошел. Где ты там? Я на начале, блядь. Смотри, там надо спамить А и Д, понял? Просто спамить их. Вот АФС проходишь. Именно спам. Меня сейчас лазером переуебет. Здесь можешь, кстати, просто пропрыгивать. Ну, то есть в самом начале. Вот здесь надо переждать. Пережди. Все, иди вперед. Прыгай. Сейчас, короче, эти балки и баланс влево. Баланс влево, когда на тебя лазер пойдет. Влево баланс! Пизда, блядь. Не, все, я въебал. Блядь, ну ладно, понаблюдаю. Так. Делай. Наверх. Бля. Ебать, это тяжелая хуйня. Блять. Они еще, видишь, они еще чередуются. То есть я не стоит ждать, а идти вперед. Что-то ощущение, что тут много въебет. А у нас 3 только осталось, это почти финал, считай. Бля, ну я 100% это не пройду. Ну тут челы, которые даже, блядь, играли, не могут пройти. Это очень тяжелый уровень. Просто из-за того, что видишь, у тебя несколько лазеров подряд и... Опа.
Бля, тяжело. Это абракадабра может пройти. Потом, потом, брат. Бля. Ой. Что? Что там дальше? А, дальше финиш, надо просто стену эту пройти. Ой, ебать, чел запотел. Ща пройдет. Ебать. Опа. Ебать, ща пройдет. Это тот самый профик? Да. Все, прошел, охуеть. Макс, давай. Гений, пиздец, ебать! Хорош. Хорош, хорош. О, я не знаю, как это сделать. Третий, походу, тоже пройдет. Фу. Давай, брат. Все, тоже прошел, ебать, мы втроем. Но это выглядело максимально сложно. Фух. Так. Все, три чувака осталось. Ну, вы ребята, вот как проиграйте вы, всем, вы чтобы победил я. Ух, нихуя. Ползти надо, да. Ебать. А тут можно пригнуться, не ползти. Хорошо. Ну так ползку этим. Пригнуться и надо. Ебать. Ебать. А что? Бля. Там в тайминг что-то меня убило. Да, 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 спавнился. Да. Ой, ебать, прошел, чел. Вы прям лаки. Тут от спауна зависит очень сильно. Блять, именно меня. Чела перерубило нахуй. У тебя 2 минуты, нормально. Ай, нет, нет. Прошел. Как же мне везет! Надо было заткнуть. Надо было заткнуть ебальник. Вот это, кстати, реально на удачу просто. Потому что ты даже мансануть ты даже никуда не можешь. Можешь слева лучше пройти, кстати. Он же слева он проходил. Слева проходил, да. Попробуй. Как будто слева, возможно, приятнее. Бля. Блять, это рофл! А, тут надо прятаться под этими, под платформами, понял? Вот на финале. А, так под них же, а, ну финале-то ладно, сейчас-то вначале мне дойти надо до него. Ну в середине тоже то, надо прятаться. Не, слушай, слушай, Дэн, я в тильте немножко. Я, походу, это не пройду просто из-за тильта. А тот прошел? Не, не прошел, я вижу, что он еще. Не, блять, пиздец. Он почти прошел. Да-да-да, вот тут прям под платформами надо. Ныкаться, и все нормально будет. Все, он прошел. Ай-яй. Блять. Да проблема в том, что они по окружности двигаются. Проблема в том, что там есть, короче, который спаунится, понял? В какой-то момент. Я из-за этого очень сильно боюсь, потому что ты можешь. Но они не то, что спавнится, они, короче, понял, они. Не-не, они иногда прямо спаунятся. С платформы съезжают. О, видел? Ну это вот они с платформы съезжают. И им прям спавнится. Так. Ну, короче, походу. Это проем. Ну, не, я проебал. Ну да. Так, ну у нас 2 финалиста. У меня самая хорошая попытка была в начале, но это очень сложный уровень. You lose. Так, два мне последний раунд. А что им вообще выдадут в последнем раунде, мне даже интересно. Блять, я через текстуру увидел. Нихуя себе, блять. А как это вообще пройти? Ну вот типчик проходит, блять, смотри. А как? Ебануться, блять. Мне кажется, это, ну, он просто играл в эту игру, он шарит за нее. Ну да, он скорее всего. Да, потому что видишь, да, ему знакомо все очень. Ебать, он в текстуру задает. Видел, какие он мувы делает? Не-не, он играл в эту игру да, уже. 100% он играл в это. У него опыт есть. Какие-то фишки знает.
На текстуру залезть вот этой хуйни, я вообще даже не думал о таком, блин. Так. Блять! Ой, ебать! Блять, я знал, что так. А, нихуя! Нет, это два задрота, какие-то, слышь? Это пиздец потнище, блять. Ебать! Вот это прям очень обидно. Бля! Нет, я передумал, вот это очень обидно, а не то. Вот это пиздец обидно. Да, да, даже обиднее, чем то, что когда афроамериканец умер. Ну, в смысле, вот ты. Да, вот типа. Да, персонаж. Да, персонаж. Блять. Пиздос. Он как будто бы знает, как пройти. Я думаю, то, что он пройдет. Рик Мансоя двигается. Так. Ты когда же так смотришь со стороны, кажется, так все просто на самом деле. Да, да, да. А когда играешь, это очень сложно. Очень тяжело. Бля! Тайминг! Просто тайминг ебаный. Прям в лазере заспавнился. Да. Его даже не подрезало, его просто у них пробило. Минута. А если никто не пройдет, то что? Скорее всего, тот, кто ближе. Ну, ближе был этот. Абракадабра. Нет, я имею в виду ближе последнюю секунду. А. Ебать, он сныкался, смотри, на этой бочке. Ой! А его переебало. А он упал. Он не продержался. Бля. А где? А вот. Не, походу, вот это реально самый сложный уровень, который был. Ну, ты реально прям дрочил, учитывая, да, то, что да, это да, еще да. катится, блядь. Я просто вспоминаю вот первый уровень, помнишь, в который мы играли? Мы такие, бля, ебать он сложный, сидели, ныли. Вот это, блядь, надо было показать на первом уровне. Уехал. Этот тоже уехал. Ну все, никто не пройдет, они, такое они не пройдут это. Нет, да, сейчас, конечно, заспидранят. Мне времени не хватит. Да, 10 секунд не хватит. Им же надо просто, чтобы кто-то, наверное, первее был. А! Все, про американец выиграл. Мы же просто не умирать надо. Все, он выиграл, скорее всего. Думаешь, так работает? Ну, наверное, так. Я думаю, афроамериканец победил. А, нет, просто победителей нет, слышишь? Никто не победил. Просто победителей нет. Что-то простое. Это было. Ну, это халява, мы это знаем. Халява, да. Ребята, блядь, мы знающие. Я сдох из-за долбоебов, нахуй, я ничего не увидел. Там блядь. Реально очень много было. Халява. Прошел. О, сука, чувак выпало сразу. Есть. Ты второй прошел, да? Да. Ну, просто проходили уже этот уровень, это халява. Если ты знаешь, как проходится, это очень просто. Да. Ебать, там тип на финише, блядь, помер. Смешно смотреть, знаешь, на чуков, которые первый раз зашли в эту игру. А как ты посмотреть их никнеймы? Таб? Табе. А, на поближе подойти. Опа. Задроты ебаные. Так, ведро. Я смотрю за ведром. Давай ведро. Давай. Ведро, 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 ведро. О, ведро! Это ведро переехало, блядь. Все, да. Начало прошло. Ведро последнее осталось. Ведро, давай, у тебя все получится. Ведерочка. Давай, ведро. Давай, делай. Бля, ведро! А еще кто-то еще есть? Кто это? Кто-то еще, вот Душес. Душес. Ля. У них еще. Нет, у них времени полно, слышь? Не, время еще есть. Они это пройдут. Учитывая сложность уровня, они это пройдут. Да, он быстро проходит. Все, здесь давай ведро. Нет, ошибка! Блять, ведро поехал вниз, блядь. Ведро, короче, здесь надо вот отсюда прыгать вот сюда. Я точно такую же ошибку делал, как ты, прям в точности. Ой. Я отвернулся, а ведро умер. К мистеру Бесту, ребята, обращайтесь с такими-то. Это, кстати, реально, ну, конкурс мистера Беста. Бля. С лазерами.
Ой, не. Бля, ветро. Дюшес, давай. Блять. Я обидно знаю, что здесь, наверное, нет мастерской, чтобы свои уровни создавать. Потому ну, что, да. Ну, я прям чувствую, что если даже наиграться в нее, рано или поздно просто заебет, потому что уровни однотипные. Угу. То есть часов 50 максимум. Вот добавили бы в мастерскую, наверное, прям прикольная штука была бы. Но за 100 рублей как будто халява. Да, за 100 рублей нормально. Правда, мы уже за 180 рублей купили скины. Не важно. Так, ребята, кстати, вот я купил его для этого. Вот для этого? Вот для этого, ведро, не расстраивайся. Ведро. Привет, ведро. Так, что это? Делали. А, так это делали, повторение делали. Просто. Это повторение. Ой, блять. Из-за количества людей откис. А я не помню, я это прошел? Ты не прошел это. Да? Ой-ой. Разве? Блять. Ну, у меня 3 минуты, я это пройду. Я блять. Прошел. Хорош. Нет, я не прошел. Стоп, а куда? Вниз? Опа. Тут вниз, блять. Не понял. А, я вспомнил, я это не прошел. Потому что там надо было прыгать на контре. Все, я прошел. Есть, блядь. Ты да, прошел? Я это не проходил до этого, да, сейчас прошел. Блять, а я не. А это тот самый уровень, который я не прошел, кстати говоря. Ну он халява на самом деле, просто дал ее зажимаешь и летишь. Он тебе сразу куда надо ебашит. А почему меня не отправляют куда надо? Сука! Сука! Давай, Максим. Да блядь! Блядь. Блять. А! Ой, у меня просто человек подо мной умер. А где ты, блять? Ты рофл или чё? Сколько времени? 50 секунд. Да блять! Не, все, я проебал этот уровень. Бля. Это мой прям криптонит. Ой! 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 Макс! А сейчас дальше? Аккуратно вниз! 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 Вниз просто! И на лестницу! Хорош! Фух, бля! Пиздец, на ласт секундах. Да, потненько. А, я вот здесь проебу, это опять равновесие. А, да, это равновесие. А, нет, другое что-то. Это другое, да. Нет, равновесие, блядь. Но что-то другое. Но это не равновесие, тут можно бегать спокойно. Ой, и что-то, а когда прыгать-то можно? Когда он отойдет от меня? А, здесь не равновесие, просто бегать. Блять, да. А я сразу выедай начал. Блять. Да блять, ебать меня переехало. Тут надо тайминг словить. Да блять. Тут еще реально перепрыгивать их, это очень сложно. Ебать. А как? Как я должен успеть? Мама? Охуеть. Бля, я такой момент прошел. Бля. Я там прошел до второй стадии, но отсосался. Ползти? Блять.
Ну-ка. Бля, это рофл! Бля. Ладно, это возможно. В целом, это возможно. А, я бы этот маленький лазер ударился. Бля, вот здесь равновесие я проебал. Бля, я, бля. Сука. Вот там, где равновесие, я автоматом лузаю, блядь. Надо префом как-то. Да, блядь. Я уже когда оно уезжать начало, выебало. Опа. Да, блядь! Так. Это ёбаный. Да, блядь! Я ж спамил. Я понял, про какое место ты говоришь. Да. Я до него уже два раза доходил, блядь. Пиздец, у меня просто подруга на джампад не запрыгнула, блядь. За что? Пиздец. Я, кстати, еще могу да, пройти. Не, это въеб. Да, блядь. Да ёбаный. Это... Почему я, блядь? Это никто не прошел, кстати. Вообще никто, блядь. Сейчас игра завершится. Что? Ладно, у нас... Звезда и... А, у нас один чел прошел. Прошел один чел. Один чел прошел, охуеть, он победил. Он победил. Да. Ну это Unreal какой-то ебаный уровень, блядь. Это, кстати, тот самый, который, ну, в самом начале заходил. Опа. Опа. Гоу. Ой, опа, блядь. Ой, ой, это как в Майнкрафте, понял? Да. Это вот это вниз падение. А? Блять. Ух, ух, ух. Макс. Бля, как я он... прошел. А как? Надо самое левое. Я прошел. Ебать. А как мне попасть? Пиздец повезло. А, я понял как. Надо, короче, вот так. Под... Короче, я понял, на самом деле это очень просто. Да, да. Я говорю, я прошел, блядь, со второй попытки. Вот контент, а не вот это вот. Ебать, анлак! Не прошел? Нет. Бля. На последний. Ой, 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 ой. Ладно, я буду внизу ждать. Блять, сложнее, чем кажется. Большое спасибо за подписочку. Ага. Опа, опа. Тут опа, наблюдателям опа. Быть неудобно. Блять. Слушай, это реально сложнее, чем кажется. Если повезет, скорее тебе. Да, нам. Там надо тайминги словить. Да. Ай, все, давай, делай, делай. Блять, меня просто моя переехала. Ай-яй-яй! Блин, я там на финише типов померла. Ну, времени еще дохуя, Макс. Ой, 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 ой. Присядь! Все, ползи. Все, хорош. Мне ачивка выпала умереть от лазера 100 раз. Ух, какой лак. Ну, это реально лак. Ну, кто прошел, кстати, этот уровень? А, все? Кроме ведра. Блять, я бимба. Ведро и бимба, да. Блять, мне уже ведро жалко. Где он? Ай, подожди, что вы там делаете? Секунду. Оу. Оу. Нихуя. Не
Нихуя себе. О, прошел! Абимба прошел. Ведро не прошел опять. Бля, ведро, да, помер вилл. На финише прям. Так. Бля, ведро. Раунд 2. Рафт. За рафт. За рафт. Этого, по-моему, не было. Или было? Нет, не было. Так. Прыгать типа? Да. Ага, ой, нихуя. Ой! Нихуя себе, блядь. А, я понял, как надо. А, блядь, там надо на платформу ниже, короче, падать. Понял. Только как, блядь? А тут пока она едет, походу, запрыгнуть. А, дам. Слушай, я понял. Да. А, нет, нихуя не понял. А, нет, не понял. А может надо в тайминг попасть? Бля, я не понимаю. Да, я понял. Что? В тайминг. Какой тайминг? Там, короче, можно пропрыгнуть по центру. А. Там видишь дырень это... огроменная? Это супер вот, тайминг вот, надо поймать. Блять. Я не смог второй раз прыгнуть. Там, видишь дырень? Да, да. Слева. Я прошел, а или не прошел, нихуя, блядь. Я на новой платформе еду, блядь. Блядь, я не могу. Бля. Я не знаю, где прыгать начинать. Там человек какой-то прошел, кстати. Но игру он еще не прошел. Ебать! Як, я понял, надо лечь. Я прошел. Бля, охуеть! Бля, как же я был близок, пиздос. Блядь, я почти прошел. Там по краешку надо, там не надо лечь, Макс. Надо лечь. Нет, в правый угол становишься и прыгаешь. Я так уже два раза допрыгнул. Смотри. Сейчас вот это перепрыгиваешь. И вот так здесь. Блядь. Показал. Надо больше, короче, разбег брать. Блядь! Блять. Да, надо вот. Вот так. Блять! Ну, короче, я допрыгивал, сука, сейчас не получается, блядь. Блять, а, на контроле лучше, да. Контрол тоже нормально работает. Блять, да ну нахуй я ебал. Стойте! Бля. Так, а дальше что? А. Ну вроде я понял. Откис? Не-не, я думаю. Блядь. Не, мы въебали. А, я забыл просесть. Сука, я только щадо пирог надо проходить. Ну уже поздно. Опять Куэрос один выиграл. Пиздец, ебану. Блядь. Все, вот так. Да. Не, ну вообще прикольная игрушка, кстати. Скорее в галерею ждет тебя любовь. У картины неизвестный стоит мальчик гид. Красивые усы, а как же он кричит.